Здравствуйте, судари и сударыни. Волошин Максимилиан Александрович. Я быть устал среди людей. Мне слышать стало нестерпимо прохожих свист и смех детей. И я спешу, смущаясь мимо, не подымая головы, как будто не привыкло ухо к враждебным ропотам молвы, растущим за спиною глухо, как будто грязи едкий вкус и камня подлого укус мне непривычны, незнакомы, но чувствовать еще больней любви незримые надломы и медленный отлив друзей, когда нездешним сном томимо, дичась безлюдие душа, и замирает, не дыша, клубами жертвенного дыма. Всем спасибо.